Всем привет! Катаемся во Flatout 4. Режим карьеры. Классическая серия гонок. Поехали, погоняем на новый кубок. Называется главный козырь. 4 трассы. И первая склад Робертса. Любимый лес. Все поехали сразу же в канаву. Уди-уди. О, тут камень вырос прям по дороге. Охренеть. О, языки. Он сразу же, не думая, в стену поехал. Чё ему терять? Блин, опасно. Эй, отстань от стенки. О, вот это прикольно. Воткнулся в воздух. Амортизаторы. Вы где? Блин, машину тут поставили. Едь быстрее, иначе будешь в канаве ехать. Ох, как его понесло. Но он все-таки врулил. Обалдеть, у них мастерство. Да, это мастерство все уехало. Прямо. Рисково было. Но там вроде бы только на турбине и надо ехать. Рельсы. Супер сложная трасса. Сюда эти бревна и еще лес с узенькой этой тропинкой. Ох ты, 2500 нарубил сейчас сверху. Замечательно. Попробуем зимой. Как она будет ездить? Да уйдите вы. Вот поставили меня тут опять к лесу передом. Ой-ой-ой, куда-то не туда. Хоть выключай этот дым. Не видно, куда ехать. Тебе прямо надо ехать. Два круга. Хватит тут уже кувыркаться, надо вырываться на первое место.
вперед жми, иначе буду я тебе помогать. Да отстань ты, одно что он давит в мою сторону. Вот прилипнет. И не отпускает кнопку. Но-но. Еще тут перевернуться бы не хватало. Опасно. Дверь там опять продырявилась. Правая у машины. О, три сверху, 1000.